ходе акции «Это за Казахстан» в Жамбылской области волонтеры возродили древний казахский обычай. Называется он асар, и согласно ему, люди, собравшиеся вместе, искренне и безвозмездно выполняют непосильную для одного человека работу. Ранее в районе Сарысу произошло наводнение из-за сильного дождя. Затопило 47 домов, школу и более 400 дворов. Волонтеры решили помочь пострадавшим, как это предписывает древняя казахская традиция. Они собрались вместе и очистили улицы и водоемы в пострадавших селах. Всего в акции приняли участие около 150 человек. Не только волонтеры города Тараз, но и волонтеры Жамбылского, Байзакского, Жуалынского, Таласского района сегодня собрались здесь. В такой непростой период наши волонтеры приехали в этот регион, чтобы протянуть руку помощи. В рамках акции «Это за Казахстан» проводятся работы по уборке вдоль реки Талас с участием жителей города, молодежи, работников сферы культуры, спорта и работников учреждений. Главная цель санитарных работ – уборка достопримечательностей города. В дальнейшем планируется, что река Талас станет городским местом отдыха.